Расцветали яблони и груши. Строчки из легендарной песни Михаила Исаковского «Катюша» стали гимном всероссийского танцевального флешмоба в честь 70-летия Победы. 9 мая участники, одетые по моде 40-х годов, выступят перед зрителями. К акции присоединились и хабаровчане. Наталья Миронова побывала на одной из тренировок. И раз, два, три, четыре. Виктория старательно повторяет движение за инструктором. Хастл-стиль, исполняемый в паре, не застал девушку врасплох. Ей приходилось делать и более заковыристые па. В прошлом она активно занималась в балетной школе. Для меня, как бы, в принципе, ничего нового нет, потому что хастл, он как бы немножко похож на джайв, на бальный танец, поэтому мне легко было научиться. Для участия в акции танцевальные навыки не обязательны. Главное – желание и наличие костюма. Для девушек – платье, для мужчин – пилотки, белые рубашки и черные брюки. Таковы условия организаторов флешмоба – танцоров из Москвы. Хабаровчанки принялись за работу. Вооружились отрезами ткани, выкройками и ножницами. Чтобы у людей возникло такое ощущение, что они как будто бы из нашего времени перемещаются в прошлое. Представляете, как все как в фильме там «Назад в будущее», да? Вы раз таки и переноситесь в прошлое, и у вас есть возможность побыть на танцплощадке того времени. Люди, несмотря на тяжелые годы, несмотря на войну, люди танцевали. И это помогало пережить эту войну. Идею подхватили танцоры из 30 городов России. Свои композиции участники флешмоба исполнят 9 мая. Выступать будут под легендарную песню «Катюша». Хабаровчане для этого решили не использовать современные проигрыватели. Предпочтение отдали патефону. Мы захотели, чтобы все было по-настоящему. И для того, чтобы флешмоб вот песню «Катюша» прошел по-честному, мы решили его исполнить на фронтовом патефоне 1939-40 года выпуска на военной пластинке. Поэтому все будет по-настоящему, никакого фальши. Принять участие в тренировках может каждый, а вот увидеть выступление хабаровчане смогут в День Победы. Танцплощадка в стиле 40-х годов откроется на стадионе имени Ленина. Наталья Миронова, Илья Цапов для программы «Новости».